Путин встретился с каким-то иностранным мудаком. Обсудили очень важную проблему. Какую и зачем, хуй знает. Какой-то хуй из правительства отчитывается перед Медведевым. Медведев дает ему пиздецки важное задание. Обещает взять дело под свой контроль. Одни чурки стреляют других чурок. Хули они хотят, непонятно. Но это все плохо и вообще так нельзя. Путин тоже человек. Съездил на рыбалку, погулял по лесу. Поздоровался за руку с мальчиком. На Пиздозалопинском полуострове что-то ёбнуло. 84 человека погибли, 153 остались без жилья. Путин сказал, что сделает все возможное. Модернизация и нанотехнологии. Медведев крутит в руках нанохуйню. Российская наука лучшая в мире. Путин пообещал повысить какую-то PIB на 150% до 2020 года. Как и зачем, всем похуй. Все равно через 5 минут все забудут. В зоопарке города Зажопинска родился детеныш белого медведя. Все обоссались от счастья. Эти и другие новости смотрите через 15 минут в программе «Время» после окончания очередного сериала для дебилов.